честь Дня Конституции в Стерлитамаке вручили паспорта юным горожанам. Сегодня 25 школьников из разных образовательных учреждений участвовали в торжественной церемонии в честь празднования 23-летней годовщины принятия Конституции Российской Федерации. Оно состоялось в здании городской администрации. Учащимся рассказали о правах и обязанностях гражданина, истории документа и поблагодарили за успехи в учебе, спорте и творческой деятельности. Получение паспорта, лично для меня, это большая ответственность. Получается, я буду нести звание гражданина Российской Федерации. Сегодня я получил паспорт. У меня новые обязанности. Я не буду нарушать закон. Буду послушным гражданином. Мне даст паспорт, что я уже стала взрослой, что я могу приступать на новые этапы. Вместе с паспортами подросткам вручили экземпляры Конституции Российской Федерации.